Миф первый. Еда поздно вечером делает вас жирным. На самом деле калории расходуются по мере того, как организм испытывает в них потребность. Если вы не получите на ночь некоторого количества белка, организм будет съедать мышцы. Конечно, основной объем пищи должен приходиться на первую половину дня, но не надейтесь, что избавитесь от жира на животе, ложась в постель голодным. Миф второй. Аэробика – лучший способ для сгонки жира. При занятиях аэробикой калории затрачиваются прежде всего в ходе самой тренировки. С другой стороны, силовые упражнения приводят к постоянному расходу калорий. Аэробика, сопряженная с низкокалорийной диетой, на самом деле ведет к уменьшению количества жира. Однако при этом существенно снижается масса мускулатуры, а метаболизм ускоряется незначительно. Только силовая тренировка дает улучшение внешнего вида тела. Миф третий. Ешьте что угодно, только бы вашей пище было поменьше жира. На самом деле, любые избыточные калории откладываются в виде жировых запасов, даже белок. Часто люди ухитряются жиреть, потребляя большое количество углеводов и мало жира, как рекомендуют популярные пособия по похудению. Миф четвертый. Чисто фруктовая диета оптимальна для похудения. На самом деле во фруктах мало белка, так что питаясь ими, вы будете терять не только жир, но и мышцы. Кроме того, во фруктах много фруктозы, которая способствует накоплению жира.